В центре внешкольной работы собрались работники дошкольного образования, чтобы отметить свой профессиональный праздник – День воспитателя. На протяжении всего праздничного концерта со сцены звучали благодарственные речи и поздравления. Поздравил сотрудников детских садов Мурма председатель Совета народных депутатов округа Константин Федурин. С детского сада практически начинается осознанная жизнь человека. Здесь он учится общению со своими сверстниками и со взрослыми, приобретает первые навыки, умения, развивается. И от того, каким он вырастет, многое зависит от вашего опыта, таланта, любви и терпения. 22 воспитателя получили грамоты управления образованием. В этом году прошел конкурс среди работников дошкольных учреждений «Лучший по профессии». Номинация призвана отметить сотрудников детских садов и яслей. Это младшие воспитатели, повара, медики, рабочие по обслуживанию зданий, машинисты по стирке белья. Вот год назад, когда я стояла на этой сцене и поздравляла вас с праздником, мы с вами мечтали о том, чтобы зарплата воспитателя стала достойной. И сегодня мы можем говорить о том, что действительно каждый воспитатель почувствовал на себе повышение заработной платы. Но нашей болью остается и то, что другие сотрудники детского сада остаются незаслуженно забытыми. И мы надеемся, что эту ошибку в ближайшем времени исправят и обратит на это внимание и правительство, и президент, и департамент. 10 воспитателей стали обладателями грантов от главы округа Евгения Рычкова. В этом году размер гранта был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей. Одним из обладателей гранта стала воспитательница детского сада номер 43 Людмила Климова, отдавшая профессии 34 года. Дети, конечно, меняются, но когда видишь такой отклик, когда видишь, когда вот выпускаешь детей в школу, и потом, например, ты видишь результат, приходишь в школу, они бегут к тебе, они обнимают тебя, они радуются, не забыли. Родители здороваются на улице. До сих пор я помню всех своих выпускников, и они помнят меня, здороваются. Это очень приятно, это радует. Ты, ну, видишь результат своего труда, реальный результат. На мероприятии воспитателей порадовали приятной новостью. На модернизацию дошкольных образовательных учреждений в округе Муром выделено более 26 миллионов рублей, сообщила начальник управления образования Ирина Раевская. Деньги будут направлены на открытие новых групп, модернизацию оборудования, ремонт и другие нужды детских садов. Мы мечтали год назад с вами о том, чтобы модернизация пришла из детских садов. 3 года она уверенно шла по школам. И сегодня я с радостью могу сказать, что более 26 миллионов рублей на счету управления образования на наши с вами детские сады, на модернизацию. И я думаю, что самая главная задача, которая стоит перед руководителями, это очень грамотно, очень вдумчиво, толком освоить эти деньги. Материальная помощь, безусловно, послужит хорошим стимулом награжденным воспитателям. А в том, что эта профессия – дело всей их жизни, никто не сомневается. Николай Евстюшин, Александр Симонов, Новости 24, Муром.